Алло! Да! Где новые видео? Ры-ры-ры. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как начать выживание с самого нуля в Ark Survival Evolved. Приятного просмотра. Что за ужас тут творится? Так, что же у нас сегодня по плану? А, точно! Погнали! Итак, наше выживание начинается с того, что вы создаете персонажа. Накручиваете ему любой сложности, соответственно, бицуку, борцуку. Надо прокачаться! И, собственно говоря, называете его и в бой. И спавнимся на любой зоне. Спросите вы, на какой зоне спавнится, и я вам скажу, там все было отмечено. В данном случае мы появились на карте Исланд на зимнем биоме. Слава богу, здесь половина всего застроена. Но, как видите, бой идет не на жизнь, а на смерть. И в том числе нас тоже убивают. И, собственно говоря, по этим причинам спавниться вот в биоме, где сложнее или среднее, я бы в начале при самом старте серверов X1, X5, неважно где вы стартуете, не советовал. По одной простой причине, потому что происходит то, что сейчас вы видели. Поэтому выбирайте три вот этих первых биома, где вы хотите резнуться. Они самые безопасные в самом начале. Максимум, что вам может здесь встретиться, это какой-нибудь раптор. Это, в принципе, самое опасное, что здесь имеется. И для правильного выживания, соответственно, вам нужно вначале собрать тот же камень, подолбить рукой дерево, получить соломку, чтобы скрафтить первые инструменты. Ну и, соответственно, придобыв кирочку, вам надо будет взять дополнительно еще кое-что. То есть, смотрите, собираем камешек. Мы собрали с вами уже 25 камня, 30. Ну, чуваки заряженные тупо виверн тут развели целую кучу. И в инограммах, соответственно, изучаем сразу топор, костер и копье. Это три необходимые. Копье нам понадобится с вами для выживания. Топор для того, чтобы добывать дерево и камень. И костер для того, чтобы жарить добытую еду. В общем, смысл этой игры какой? Если это X1... Нужно искать сундуки. Я думаю, вы знаете, что такое сундуки. Сейчас попробую найти. Вот таким вот образом у нас выглядят сундуки. Они, как правило, появляются на руинах. Просто подходим, хватаем. И да-да, мы уже умираем. И, как видите, мы забираем 600 секунд дополнительного опыта. И получаем сразу дофигуленьки левелов. Это самый простой способ прокачать уровень на самом деле. А теперь я вам покажу альтернативу получше. Как только появляешься в арке, самое главное не бояться. Да, меня мучает голод. Я хочу пить. Мне жарко, палящее солнце где-то там. Но я не сдаюсь. Я просто начинаю пылесосить все, что вижу. Просто собираю все ягоды. Все волокно, все, что есть на этой... священной земле. Потому что у меня нет выбора. Я хочу выжить. Прошу, запомните, ребятки, меня вот таким. Теперь я вот такой. Как только вы напылесосили достаточное количество ягод, соответственно, у нас появляется надежный план на прокачку уровня. Великолепный план, Уолтер. Надежный, бля, как швейцарские часы. И план этот состоит в том, чтобы мы с вами изучили шапочку. Как только вы изучаете шапочку, вы просто начинаете крафтить на все. На все. Сейчас посмотрите, сколько у нас левелов. Заметьте, у нас было 15. Посмотрите, как идет уровень, полоска уровня. Это что-то нереальное. Потому что шапочки — это истинная прокачка уровня на
максимальный. Смотрите, посмотрите на это. Мы уже получили с вами целый уровень. А скрафтили всего 5 шапочек. 5 шапочек, Карл. Это невообразимо, я считаю, это просто потрясающе. И левел капает дальше. Это просто нереально, это просто жесть какая-то, жесть, скажи. Да, просто какой-то арабский шейх. Ну а если серьезно, то все, что нужно делать дальше, по факту это было серьезно. Нет. Все, что было до этого, запомни. Я всегда серьезен. Нет. Все, что нужно сделать дальше, это просто приручить хоть какое-то зверье. Да ну нахуй! Я не знаю, пусть это будет Аргентавис. На мой взгляд, он очень полезен, потому что он ходячий, точнее, летающий голубь с верстаком внутри. Кто? Это во-первых. А во-вторых, он может и пизды дать. Так-то, если что. Поэтому слушай советы обязательно. Что ж, ребята, надеюсь, этот упоротый видос вам понравился. Мне на самом деле было достаточно интересным опытом такое снимать. А, кстати, это мой новый друг. Знакомьтесь, это Гоша. Гоша иногда теперь будет у нас участвовать в видео. Гоша призрак, поэтому я могу пройти его насквозь. Вот. А с вас я надеюсь на подписочку. На лайк, если тебе понравилось, и комментарий, если тебе не сложно. И огромное спасибо тем, кто досматривает видео до конца. Вы самые лучшие. Всех люблю, всем пока-пока.